Все очень круто, не хочется уезжать, остался уже 2 дня. Спасибо вам огромное, Малая Родина. Я из смены «Патриот», но Малая Родина рулит. Круто, мне очень понравилось. Смена «Патриот» собрала десятки ребят на встречу с председателем Самарской городской думы Александром Фетисовым. Для студентов патриотизм не просто разговоры, а большой пласт общественной деятельности, которой они занимаются. Тем более интересно пообщаться с человеком, который на протяжении многих лет развивает патриотическую работу в городе-миллионнике. Невозможно кого-то из-под палки заставить заниматься патриотической работой, да? То есть этому должно быть и предрасположенность, этому там должно содействовать и воспитание, там, и в семье обстановка, и там, в учебных заведениях, да, которые в школе, и в вузе. Для меня патриотизм – это вот эта ответственность перед моими родными, близкими, перед моими земляками, перед городом, перед моей страной, ответственность за то, что происходит сегодня, ответственность за то, что какая наша страна будет дальше. Одной из самых актуальных площадок дня стал большой шатер, в котором проходило заседание Совета ректоров вузов ПФО. Обсуждали проблемы высшего образования и последующего трудоустройства молодежи, а также научные разработки, которые, к сожалению, не находят себя в реальной действительности. Большая часть ребят прошла систему образования, которая не сформировала в них мечту к профессии. Помните, если кто-то помнит, когда вся страна хотела полететь в космос, какая мощнейшая идеология вокруг этого развивалась и какое количество талантливых инженеров возникло в этот период. У людей была мечта полететь в космос, что-то сделать, чего-то достичь. Сейчас, к сожалению, надо констатировать, что ряд выпускников такой мечты не имеют. Главный критерий – ближе к деньгам, а не к профессии. В области за год мы получаем примерно 300 патентов. Это только вузы. 300 патентов. А внедряем из этого 3, 5, 7, ну, называют цифру 12, но я в нее не очень верю, она меньше на самом деле. 12% от всего этого. Понимаете? Не отлажена вот эта система взаимодействия государства, частного предпринимательства, бизнеса и тех людей, кто это делает, то творческих людей. И получается, что мы работаем как бы в холостую. Наука не востребована. Наука вроде бы государству не нужна. Иволга, конечно, форум серьезный и перспективный, но круглосуточно заниматься интеллектуальной деятельностью довольно сложно. Для эмоциональной разгрузки на площадке «Малая Родина» большие возможности. Работает дегустация домашних сыров. На Иволге участники очень устают. Кто-то занимается физическим трудом на тренировках, кто-то умственным. И тем и другим, вот может несказанно так повести, можно прийти и даже помимо обеда или ужина попробовать вот такие потрясающие канапешки с сыром. Марианна Мирная, Павел Пресняков. События.